то вы будете там, и я вас вчера или сегодня увижу, и надо будет вам пешком идти от поезда до ВДТ. Здесь недалеко. Ну, присаживайтесь. Спасибо большое. Так что я благодарю вас и приношу вам извинения. Но думаю, что если бы вы созвали своих друзей, а потом сами бы исчезли, то друзья бы вас не одобрили. Правда? И вы бы сами себе тоже конечно, не одобрили. Конечно. Вот поэтому вы меня, конечно, поймете. Да. А что нам дадут? Дадут ли нам через бутылку? Шампанское. Как вы насчет шампанского? Конечно. Вы... Это у нас... Да-да, сейчас мы поговорим. У нас подарки для вас есть. Мама? У нас такая книжка есть. Ну, я думал, что это 14-го года. Да, история вообще. Ну, говорят, что первый тур был издан, а второго так и не случилось. Ну, где вы первый? Это драгоценность невероятная. Ну и вот известная вам соломенная шляпка. Соломенная шляпка. Ну замечательно. Нет, я так и старалась над прической. Это славно. Спасибо вам огромное. Мы что-нибудь сделаем там. Валенок какой-нибудь положим, чтобы не падал. Поздравляю вас. Спасибо, спасибо вам. Я рада и стыжусь, что так сложилось. Мы заранее не знали, а так я пришла к вам. А то получается, что если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду. Не очень хорошая ситуация, хорошо. Но для я меня, не смогла. Вы понимаете, мой дорогой, что я не смогла. Для меня большое удовольствие приехать и поздравить вас. Спасибо.